Не до отдыха главе государства. Петр Порошенко сегодня встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Политики обсудили сотрудничество в сфере обороны, а также ужесточение санкций против России. Петр Порошенко рассказал конгрессменам о ситуации на Донбассе, о непрекращающихся провокациях со стороны боевиков, поблагодарил их за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.